Движение первых приглашает к участию во всероссийском конкурсе 10 шагов к турслету. К участию в конкурсе приглашаются команды от 8 до 12 человек в возрасте от 12 до 17 лет, включительно возглавляемые капитаном команды возраста от 18 лет и старше. Это может быть наставник, педагог или родитель. Уже после 12 августа экспертная комиссия подведет итоги, и команды-победители отправятся на грандиозное туристическое событие этого года, движение первых, всероссийский туристический слет. Приглашаем принять участие и обязательно стать победителями.